Всем привет! Я выращиваю свои орхидеи, большую часть своей коллекции уже несколько лет вот в таких горшочках. А здесь идет такой вот поддон. Он вставляется в сам горшок. И вот так вот шикарно орхидеи откликаются на такие горшочки. Сажаю я их просто в обычную кору, без всяких там наворотов каких-то. Меня устраивает просто обычная галтованная кора. Мне все нравится, я не хочу ничего усложнять. Все хочу делать максимально просто, без всяких для себя проблем. Вот эту вот бабочку я недавно пересадила в этот горшочек, она в нем и росла. Но мне не нравилось то, что она высоко возвышалась над корой. Вот, я поэтому ее достала и заглубила. Вы знаете, я люблю очень заглублять свои орхидеи, чтобы это стимулировало рост новых корней. Вот здесь от шеи. Вот. Вот, мне очень нравится такие вот посадки с заглублением, поэтому я ее заглубила. Ну, она уже начала потихоньку отзываться на мою посадку. Вот там вот есть, если покрутить горшок, растущие корни. А вообще, я считаю, что вот эти вот горшочки, не именно такие, но просто по такому принципу, для орхидей очень-очень предпочтительные. Все, кто в такие горшочки сажал, писали мне благодарности о том, что отлично растут орхидеи. Даже если раньше люди не могли с ними подружиться, когда сажали в такую посадку, по такому принципу, горшки эти очень нравились, и орхидеи прекрасно на них отзывались. Здесь также у меня куча горшочков. Ну, куча орхидей растет в таких же горшочках. Вот, мне нравится очень. Я в них сажаю часто такие орхидеи, которые вообще отказываются расти в каких бы то ни было других горшках или в каких-то других системах. Я переваливаю или пересаживаю в эти горшочки. И все отлично начинает расти. Вот я и в очередной раз заказала эти горшочки. Я их беру на всем известном маркетплейсе, на такой, на Валберис, в общем. Вот. И не знаю, может, кому интересно, я оставлю. Я уже не первый раз там беру, мне все нравится. Вот, я из-за того, что вы спрашиваете, просите ссылки, где что беру, ну вот я вам рассказываю. Вот, все вот орхидеи у меня, видите, в эти горшочки. Большая часть посажена, отличные. Отлично откликаются орхидеи, прекрасная посадка, все им нравится. Так что попробуйте тоже парочку посадить и посмотреть, как будут расти орхидеи в них. Ни одного негативного отзыва я еще не слышала о горшках по такому принципу, которые сделаны. Мне пишут благодарности о том, что спасибо, что у меня их увидели, приобрели, посадили капризных своих девочек, которые вообще нигде не хотели расти. В этих горшках все поперло. Так что вот попробуйте. Вот, видите, целую кучу их, целая куча мне пришла. Вот сейчас вам покажу, вот видите, вот такого плана горшочки. Там есть два размера, поменьше, побольше. Это вот, который максимальный размер. Он идет на 3 литра. Вот такая вот крестовина там идет в нем. Туда я укладываю керамзит, либо пеностекло. Ставлю орхидею и засыпаю корой. Больше ничего. Поливаю в них проливом. Как обычный цветок, когда полностью заполнится вот этот вот поддончик, я останавливаю полив. И пока орхидея не выпьет всю воду из них,
Следующий полив я не осуществляю. Очень легко ухаживать, очень удобно, горшки классные. Ссылка под видео в комментариях, если кто-то захочет. Можете заказать, попробовать.